Если вы счастливый обладатель недвижимости и только подумываете над тем, чтобы сдать ее в наем и заработать на этом, то не стоит торопиться. Ведь для законной деятельности важно выполнить необходимый порядок действий. До начала осуществления такой деятельности физическому лицу необходимо заключить в письменной форме договор найма, аренды соответствующего помещения. Формы таких договоров утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь номер 497. Зарегистрировать договор необходимо в местном исполнительном и распорядительном органе, а также произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах. Исключения составляют случаи предоставления мест для краткосрочного проживания, а также по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не более 15 календарных дней. В иных случаях сумму налога необходимо оплатить через ЕРИП или банк. Для этого важно знать свой учетный номер и реквизиты. Данную информацию можно уточнить в налоговой инспекции по месту регистрации. Фиксированная сумма ежемесячного платежа зависит от места расположения жилого помещения, также конкретного района и количества комнат. Ставки налога на сдачу в наем жилых помещений определяются соответствующим приложением номер 2 к налоговому кодексу. И она зависит от количества сдаваемых комнат из расчета за один месяц. Так, ставка подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, сдающих жилые помещения в Бресте, установлена в размере 34 рубля 50 копеек за каждую сдаваемую комнату. Важным моментом является тот факт, что собственники жилых помещений, которые сдают его в аренду молодым специалистам, полностью освобождаются от уплаты налога. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».